Приветствую всех в школе Джобса, с вами Дастан. Welcome to Job School, I'm Dastan, and in this video we will talk about plans. И в этом видео мы с вами поговорим о планах и как рассказывать их на английском, конечно же. Можно прямо спросить, do you want to go to the cinema this weekend? Хочешь пойти в кино на этих выходных? Это хороший тон, если вы спрашиваете у друга или человека, с которым хорошо знакомы. Если вы только встретили кого-то и не знаете их хорошо, вместо того, чтобы сразу приглашать их куда-то, do you want to do something this weekend? Спросите их лучше, do you have any plans for the weekend? У тебя есть какие-либо планы на уикенд, выходные? Будьте спокойными и позитивными, а то подумают, что вы оказываете давление. Weekends включают в себя Friday night, Saturday и Sunday. Вам примерно могут ответить: I'm going out with my friends on Friday and shopping on Sunday, but I'm not doing anything on Saturday. Именно not doing anything on Saturday – это нейтральный способ сказать I'm free on Saturday – я свободна в субботу. Если вам сказали это, вы должны продолжить: I was thinking of going to see the new film on Saturday. Я вот думал на новый фильм сходить в субботу. И в конце задать вопрос: Do you feel like coming along? Хотели бы пойти вместе со мной? Do you feel like – это разговорный вариант вопроса Do you want to? А как теперь ответить на этот вопрос? Здесь все намного проще. Если вы хотите пойти, говорите Sure, that sounds great. Конечно, звучит здорово. И уточнить What time and where? Какое время и где? С этим все понятно. Но что, если вам нужно отказаться и при этом не расстраивать человека? Вместо того, чтобы говорить No, лучшим решением будет сказать Not sure, я не уверен. К примеру, вы можете сказать That sounds really fun, but... Это звучит очень круто, но... Потом добавьте I'm not sure if I can. Я не уверен, смогу ли я. Конечно, это может быть неправдой, но это лучше сухого no, согласитесь. Do you wanna see a film this weekend? Хочешь посмотреть фильм на этих выходных? Еще один совет – это добавить слово maybe, может быть, чтобы снять напряжение. Do you maybe wanna see a film this weekend? Может, хочешь посмотреть фильм на этих выходных? И на этом видео подходит к концу. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, так как он вам поможет оповещать о выходе новых видео, конечно же. А в комментариях, пожалуйста, напишите, какие темы вам интересны, чтобы я разобрал на английском. Может, также продолжать фильмы, разбор фильмов или что-то хотите новое.